Взрыв и пожар в Юрузане. ЧП случилось на складе строительных материалов. Момент возгорания попал в объектив камеры очевидцев. На кадрах видно, в небо поднимается столб черного дыма. В районе 9 утра перепуганные местные жители вызвали сотрудников МЧС на склад стройматериалов. Для ликвидации открытого огня пожарным потребовалось чуть больше часа. Полностью все работы на месте происшествия огнеборцы закончили в районе половины второго дня. В итоге огнем повреждено 300 квадратных метров. Ущерб явно будет немаленьким. Причины ЧП выясняются.